Салем достар! Бул Каштанов! Менен Каштанов реакшн канала Макош Кельдинсдер. И сегодня у нас будет реакция на Побег из Аула. Второй сезон, четвертая серия. Ребята, долго не будем разговаривать и приступаем к просмотру. Но прежде чем мы приступим, Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, ребята, внизу кнопка, проходите, прожимайте. И не забывайте включать колокольчик уведомления. Ребята, я надеюсь, вы все уже знаете, что такое Boosty. Туда я выкладываю реакции, которые блокируют YouTube. И у многих возникала с этим проблема. Конкретно с подпиской на это Boosty. Поэтому, ребята, я сделал телеграм-канал, ссылка в описании, куда будут загружаться ровно те же самые видео, что и на Boosty. Подписка там будет такая же, как и на Boosty, 200 рублей на месяц, ребята. Так что, у кого возникают проблемы, рекомендую пройти в телеграм-канал, может быть, у вас там получится подписаться и все будет нормально, да, как говорится, будете смотреть и наслаждаться теми же самыми реакциями на фильмы, как и все остальные, кто уже давно подписан на Boosty. Так что, ребята, все ссылки в описании, переходите, подписывайтесь, а мы приступаем. Ну что, ребята, кеттык, бярин таста. Что такое? Блин, ну... Сапог! Надеюсь, это тренировка. Сапог! Надеюсь. Сапог! 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 Да ладно. Сапог! 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 Да ныряй за ним уже. Сапог, говорю! Ерланден. Сапог! 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 Ты что, глухой, что ли? Пойдем быстрее! Ребят, я уж немножко даже напрёкся. Ребят, заставку буду перематывать, хорошо? Я жирный, иди сюда, е! Я жирный тоже человек, Адан Бала, свой, давай, стой здесь! Папа! Привет вам из Таиланда, это я, Куча, Нимиринг Зю! Пацаны, я первый раз в Таиланде же езжу, честно. Ты первый раз вообще из аула уехал? Пацаны, что дальше, куда пойдем? Давайте куда-нибудь пойдем, оторвемся, отдыхаем, а? Кстати, ребята, очень мало лайков набирают видео. Давайте договоримся так, 500 лайков, следующее видео. Я думаю, так будет справедливо. Вы все просите Побег из Аула, Патруль. Я это делаю практически каждый день. Ребята, давайте прожмем лайки. Это единственное, что в это нелегкое время осталось для меня, как для того, кто ведет свой YouTube-канал. Хотя бы лайки накидывайте. Я никогда не думал, что на свете бывают такие красивые места. Да, базар нет, музыка, пацаны. Музыка из Титаника, да? Я тоже раньше думал, что красивее Талдықорғана ничего нету. Потом увидел Алмату, теперь вот Таиланд. Эх, пока мы живы, надо весь мир объездить. О, какая фраза, а, ребят? Какая вот сюда фраза? Привезти бы мою Апашку, она бы, отвечаю, офигела бы. Она за всю свою жизнь ни разу дальше нашего аула не уехала. Да, братан. Вот мои родители тоже, как родились в ауле, до сих пор там живут. А жизнь проходит, ребята, надо путешествовать. Алло, привет. По возможности, надо. Ой, извините, Айжан дома? Спасибо, хорошо.
Вот и дурак. Ой, Жан, это не тебе. Привет, как дела? Да, вот, соскучился. Решил тебе позвонить. У нас все нормально. Фильм? Фильм снимаем, да. Да, нормально получается. Да, да, да. Про что? Я не могу тебе об этом пока сказать, это секрет. Эй, жирный, ты что здесь делаешь? Жан, я тебе перезвоню, тут режиссер зовет. Чего тебе? А пацаны где? Уехали. Ты куда? Не знаю. А что нас нельзя? Ну ты спал. Я остался сценарий писать. Что за сценарий? Единственный, кто хоть что-то делает. Я не спать, не есть не могу. Думаю об этом фильме. А, да. Фильм. Слышь, может, на автоматы пойдем? Опять? Ты с ума сошел? Тебе прошлого раза не хватило? Да, да, да. Да ладно, что ты? Мы же джентльмены, удачи. Ребята, на чё они живут? Откуда да они бабки? Да я никуда не пойду. А. Да ладно, что ты боишься, жирный? Выделили на съемки фильма. Я сам не жирный, блин. Буратино. Это типа у меня нос большой, да? Типа у тебя мозги деревянные. Сейчас обидно было, да? Да не испугался я его. Чего мне его бояться? Да, да, да. Просто он какой-то странный был в то утро. Да, да, да. Хотя кто его знает? А вдруг он вообще маньяк, а? Накинулся бы с ножом. Знаю я таких. Вроде ходят спокойные лошары, а потом как накинется с ножом. Ребята, ну вы понимаете, да? С такими надо быть поаккуратнее. Каштанов Ванга. Алло, Аля, привет, это я, Ербол, я просто хотел услышать тебя и узнать, как твои дела. Это любовь, ребята. Если не хочешь, не отвечай, у меня все нормально, но... Ну, в общем, ну, давай пока, в общем. Эх, страдалец. Как в нем это уживается? И чувство, и такое ребячество. Хотя, почему нет, да? Да пойдем, не бойся. Там надо всего 5 минут простоять. У них бойцы слабые. Эти же тайцы. Труба худые, во. Ага, тайский бокс, вот, ну. Вот иди сам и дерись с ними за деньги. Да у меня нога болит. Я вчера бассейн ударил ногу, во. Пойдем, на ровном месте бабки поднимем. Акула, я же сказал, что никуда не пойду. Да что ты боишься, жирный? И акула, я тебе сейчас все плавники выдерну, понял? Труба, ты смелый, когда пацаны, блядь. Чё? Ха-ха. Ничего, чё? Да, жирный раньше если таким честно, не был. Я акуле вообще теперь не доверяю. Это такой тип людей, из-за которых можно попасть в очень неприятную ситуацию. О, эй, да, пацаны, да. Вы видели, да? Как это звучит в 2022 году, да? Я как дельфин нырял. Э, волосатых дельфинов не бывает. О, сапог, сапог. Ты вообще же этот с трансформаторами целовался. Не трансформаторы, а трансвеститы. Ну не знаю, братуха. Тебе лучше знать. Лучше с трансформаторами, да? Так, приготовились. Камера. Свет. Звук. Операторы на месте?
Начали! Я жирный, ты что здесь разорался? Пацаны, тихо, тихо. Алло, Жаном? Ну все, я тебе перезвоню. Папе привет. Пока. Че ты там мутишь, Да я с Айжаном разговаривал. Они же думают, что мы тут вовсю фильм снимаем. О, бастал, да фильм. Ты можешь успокоиться, а? Достал уже. Раздражает всех подряд уже, блин. Пацаны, вы что, уже пришли? Чё с акулой? Чё с тобой? Да так, ничего, подскользнулся. А, нога. Ага, подскользнулся. Он на бои ходил, хотел бабок заработать. Да не ходил я. Там акула? Тайские боксеры. Откуда я знал, что они такие бешеные? Его еле успокоили. Придурок, чуть ногу мне не сломал. Да ты, акула, у нас в школе предпоследним же атаманом был. Не то, что с тайским боксером драться. Во-во. Давай аккуратней. Ребята, акула в реале же, да, чем-то занимался? Единоборствами. Короче, пацаны, что-то денег совсем мало осталось. Походу, мы в первые дни чересчур погуляли. Да, я только про это то в начале серии сказал. Что теперь будем делать? Надо же теперь что-нибудь придумать, Надо как-то подзаработать бабок. Может, хотя бы фильм начать снимать, $20 не спасут. У пацанов попросить, ага. Мозг. Сапог блаженный, ребята, блаженный сапог. А, пацаны, я придумал. Чё ты придумал? Здесь же в Таиланде много трансвеститов. Ну? Я уже понял, но... Ой, и что дальше? Короче, можно кого-нибудь из нас переодеть в девушку, заманить какого-нибудь туриста в номер, например, подсыпать ему снотворное, и когда он уснет, стащить у него бабки. Например, сапога, да? Такого. Я же сказал, никакого криминала. Еще не хватало нам в тайскую полицию попасть. А тут и нет криминала. Какой дурак пойдет и признается полиции, что он хотел воспользоваться услугой ночной бабочки, а? Побояться. Угу. Поэтому проблем с полицией не будет. Не, ну мы не вориги же. Это может быть в наших странах, мы, но там, по-моему, никто бояться этого не будет. Что-то на Ну, в принципе, может сработать. Надо все тщательно продумать. Куча, ты пока сходи в аптеку, купи снотворное. Хорошо. Клофелин, клофелин. Стопок клофелинщица. Тогда нужны женские шмотки. Уровень владения английским, да? Даже английский не знает. Пока. Бай-бай, not good. Бай-бай. Походу, меня та тёлка неправильно английскому языку учила. Меня там вообще никто не понимал. Короче, пацаны, я думаю, все получится. А кто из нас в девушку переоденется? Сапог. Ну ты чё, как не родной. А ты как думаешь, сапог? Как это вытаскивается? Сапог, труба. Как тёлка страшный смотрится. Ерма, сними его, сними. Не говори, реально страшный. Да ладно, ты бы еще хуже смотрелся бы. Пацаны, что-то никто не подходит к нему. Что будем делать? Да еще не вечер. Обязательно кто-нибудь клюнет.
Эй, ладно, пойдем, я в номере подождем. Давай, Забок, удачи. Не будем мешать. Да, да. Кеткерла. Саудовался я. Пога все нет, да? Сапог кайфует, походу. Эй, Ервол, что-то сапога уже давно нет. А может быть, с ним что-то случилось? Да не, нормально все. Угу. Наверное. Эй, а может его? И акулы. Это ты во всем виноват, понял я? Это ты придумал, давай сапога переоденем в транса, бабки заработай на нем. А что ты тогда сам не переоделся, что ты его подставляешь? И запомни, если с ним что-то случилось, то с тебя будет спрос, понял? Представляю, а что, тёлка из акулы, ты да? Ты же это предложил. Чё мы теперь его родственникам скажем? Да не, нормально все. Тати, ага. Сапог, он утонул. Просто этот, сапога ядовитый паук укусил. Дженевека машина сбила. Мы сапога в девушку переодели, его какие-то мужики украли. Вот этот последний вариант мне больше нравится. А вам, ребят, напишите в комментариях. Да ладно. Сапог. Неужели над ним надругались, братан, ребят? Что случилось? Что они с тобой сделали, братан? Надругались. Что произошло? Сапог из Янки. Я не думал, что так получится. Да вы ничего не понимаете. Слушай, брат, ты скажи, кто это сделал. Я отвечаю, его лично порву. Эй, Сапог, и что, тебе больно было, да? Да ничего не было. Вы что, гоните? Просто он свою жену так сильно любит. Он на все ради нее готов. Вау. Вон оно что. Ты смотри, он реально гонит, а? У него шок. Какая жена еще? Ну, жена этого туриста. Сашка из Челябинска. А откуда тогда у тебя деньги? Он мне дал за то, что я оказался парнем. И благодаря мне он не изменил своей жене. Пацаны, у сапога, походу, психологический шок. Травма. Это травма, он гонит. Да у самих у вас травма. Этот мужик, когда увидел, что я парень, у меня парик упал. Он так обрадовался, что не сможет изменить своей жене. И дал мне 100 баксов. Неплохо поднял, да, соточку? А что ты тогда всю ночь делал? Да он набухался. Эх. Стал рассказывать про свою жену, Сашка, работу, Сашка. Про свою жизнь. Че, Сапог, мы-то думали, что мы уже потеряли друга. Точно ничего не было? Ничего не было. $100, да? Хэппи-энд, ребята. Хэппи-энд. Короче, пацаны, так не пойдет, надо еще бабок пробить. Вон же Сапог заработал 100 баксов. Подозрительным способом. Я тебе сейчас голову оторву. Хватит между собой грызться, а? Надо что-то придумать. Пацаны, я слышал, здесь в Таиланде можно почки продавать. Чего продавать? Смоля. Почки. Тебе делают операцию, вырезают одну почку и дают за это деньги. А и чё? Ты умираешь потом, да, нормальная в скором времени? Идея. Никакого криминала. На добровольной основе. Кто согласится отдать почку? Ну вот тебе, Эрла, скажи, зачем столько почек, а? Может, одну... Ради общего дела. Не, пацаны, вы чё? Нормальный расклад. Ну чё ты жадничаешь, а? Чё ты зажал? Не, а чё?
каждый бы скинулся по почке, а? Во сколько там, пятеро человек? Целое состояние, можно пару лет жить в Таиланде. Так, секунду, ребят. Ради столько о себе думаешь. Давай, ради пацанов, ради дружбы. Не пацан, что ли, да? Нет, меня Айжан не поймет. На общее, она на общее. Да ладно, я пошутил. Но все равно, надо что-то придумать. Сделаем так. Каждый из нас должен заработать до вечера по 100 баксов. Ничего чтобы себе. Хотя бы на еду хватило. Должен, да? Каждый сам за себя. Кто заработает меньше, тому и вырежем почку. Я же пробил уже 100 баксов. О, ну? Верно. У тебя больше шансов остаться в целом. Сейчас будут изобретать, да? Монтаж недорого. Ирво, братан, я ты мои вещи не видел? Вот они. Нормально. Интересно, он заплатил мне? Что, братан, нормально, да, наверное, да? Да нормальный рисунок, да, был? О-о-о. Ай-я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 й. Это, как это, 18 плюс бы не влепили, ребят, за обнаженку. Ах, сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Эй, акула, это чё мои вещи спёр? И где моя футболка, Казахстан? Ну сказали же, кто так может, так и зарабатывает. Он вообще одному туристу 2 часа массаж сделал, а он, козел, мне всего лишь 5 бат дал. А я этого мужика вроде нормально нарисовал, а он взял мой рисунок, скомкал и выкинул на землю. Нормально, ага. И что теперь будем делать? Сейчас Ербол придет, опять наезжать будет. Я не знаю, что будем делать. Я свои 100 баксов еще вчера заработал. Красавчик. Сапог, все мы знаем, как ты деньги зарабатываешь. Пацаны, надо что-то делать. Я не хочу почку продавать. Меня родители ругать будут. И что они тебе скажут? Ой-бай, Ерлан Баламов, где же твоя левая почка? Так они скажут, да? Да я, конечно, знал, что они шутят. Хотя... Да. Кто его знает? Очко жим-жим, да, как говорится? Не хотелось 22 года становиться инвалидом. Кстати, это да, это же инвалидность, да? Без почки. Да Ербол сам по нулям там, наверное. Ну что, господа бизнесмены, кто что заработал, а? Я так и знал. Ербол, братан, я не хочу почку. Сколько он поднял? Вот, сколько учитесь. Там? Нифига себе, братан, ты где столько взял? Он, походу, сам почку продал. Красавчик, Ербол! Откуда?
Да расслабьтесь. Я позвонил его будущему тестю. Сказал: Кайрат ага, нам не хватает денег на фильм. Непредвиденные расходы. Блин, пацаны. Фильм. Фильм, фильм. Надо снимать. Надо снимать. Да, ребята, второй сезон, конечно, радует, просто радует. Смотришь, просто наслаждаешься. Знаете, ребята, я, возможно, даже сейчас скажу непопулярное мнение, но оно зато искреннее. Я вот смотрю второй сезон «Побег из Аула», и параллельно, если кто не знает, на моем канале идут реакции на «Патруль», пятый сезон. И второй сезон «Побег из Аула» мне нравится больше все-таки, чем пятый сезон «Патруля». Отдельный. Отдельный. Есть крутые серии в пятом сезоне. Вот их там было, их там две или три серии всего лишь было. Остальные, они тоже, да, смешные шутки, знакомые персонажи. Ты уже как бы смотришь, прям знаешь, понимаешь, что ждать следующий момент, да, к примеру. Ну, там, плюс-минус сюжеты, ну, так или иначе, наверное, похожи. Ну, потому что это патрульные, это ловит преступников, она-мана, вот это вот все. А здесь же второй сезон значительно лучше первого, но это понятно. И в целом, правда, я посмотрел всего лишь 4 серии от второго сезона, но как все пишут, что он будет гораздо лучше и интереснее к концу второго сезона. А уже на 4 серии я, наверное, могу даже сказать, что как будто бы чуточку лучше даже, чем «Патруль». Ребята, вот такое вот у меня мнение. Вы свое мнение напишите в комментариях, ребята. Что вы думаете по этому поводу? Давайте вот, наверное, если так вот постараться, как сказать, ну так, в кавычках, да, трезво на это все взглянуть. Понятно, что есть фанаты «Патруля», есть фанаты «Побега из Аула». Я немножечко... А, и еще, да, это все старые сериалы, вы их уже смотрели несколько раз, вы уже пересмотрели их. Я смотрю это все впервые, и как бы вообще со стороны, получается, да, ну вообще левый чувак из России, можно сказать. И я высказываю, наверное, более объективное мнение, только потому, что вот на основе вышесказанных критериев, то, что я из России, то, что я это не видел, смотрю все это впервые. И вот мне кажется, что второй сезон начинает выигрывать пятый сезон «Патруля». Ребята, напишите ваше мнение. С удовольствием почитаю, что вы про это думаете. Ну и, ребята, что на «Патруле», что на «Побеге из Аула» очень большая активность. 3, 4, 5, 6 тысяч просмотров серии, а лайков всего лишь 300, 400. 400, 300. 400, 500 – это когда мы прям в прямом эфире там по две серии смотрим, да. И то я там всех агитирую за эти лайки. А вот просто так, ну, я так понимаю, вы просто забываете, скорее всего. Поэтому, Достар, 500 лайков на этой серии, смотрим следующую. Все в ваших руках, родные. Короче, все, давайте, всем пока. Подписывайтесь на Boosty. Кто не может на Boosty подписаться, подписывайтесь на Telegram-канал. Ссылка будет в описании. Там будут все те же видео выкладываться, что и на Boosty. Все, давайте, всем пока. Удачи!